Такие люди обречены на блестящую карьеру, большие доходы. Это интеллигентные и утонченные личности. В молодости они отдают много сил и времени учебе. Они гостеприимны и ласковы к гостям и семье. Им доставляет удовольствие сам процесс сотворения нового. Они упорно трудятся ради поставленных целей. Эти люди разносторонние, но действуют по личному плану. Дорогие автомобили, красивые образы – это все про них. Эти люди всегда находятся в гуще событий. Большую часть жизни они обучаются и совершенствуются. Их притягивает опасность. Они любят рисковать, предпочитают скрывать свою эмоциональную уязвимость. Эти люди постоянно исследуют окружающий мир. Это самоуверенные и целеустремленные личности. Успешно применяют свои таланты в художественной сфере. Они замечают все несовершенства в своей социальной среде. Они также легко получают то, к чему стремились. Не чувствуют себя обделенными вниманием поклонников. Им всегда хватает сил избавиться от соперников. Достигают успеха в передовых технологиях и искусстве. Такие люди прямолинейны и честны. Они вызывают искреннюю симпатию и любовь. Они энергичны и самоотвержены. Из этих людей получаются хорошие семьянины. Эти люди не лишены внутренних комплексов и страхов. Это интеллектуалы и фантазеры в одном лице. Предпочитают проводить время в теплой компании. Эти люди имеют глубокий внутренний мир. Ложь и фальшивость для них противоестественны. Они быстро приспосабливаются к новым ситуациям. Готовы бескорыстно помогать близким и незнакомцам. Они легко преодолевают препятствия, встречающиеся на пути. Они уважают своих собеседников, умеют поддержать общение. Они редко страдают серьезными хроническими заболеваниями. Они много работают и повышают свое мастерство. Не терпят инакомыслия и недосказанности. Они долго переживают свои неудачи, скрывают свои эмоции. Все новое для этих людей – это хорошо забытое старое. Они следят за своим внешним видом, ярко одеваются, требуют от партнера взаимности и уважения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.